Сколько минут в баскетбольном тайме? 8? Нет. 15. 20. 20, правильно. А также, до какого счета играют в волейболе, как по-другому называется настольный теннис. С такой интеллектуальной разминки начались веселые старты, посвященные Дню физкультурника. Это ежегодная традиция медицинского сообщества. Такие мероприятия очень важны. Конечно, спорт – это жизнь. В такую тяжелую эпидемиологическую обстановку это тоже нужно помнить об этом. Конечно, команда образования поддерживается в таких мероприятиях. И вообще, это весело и здорово. Все этапы сегодняшнего мероприятия будут направлены на здоровый образ жизни. Двум командам – волонтерам-медикам и сотрудникам Центра общественного здоровья и медицинской профилактики – надо было пройти 16 этапов, ответить на спортивные вопросы, показать свои физические возможности и скорость. А в конце для всех участников прошел кулинарный мастер-класс. Мы приготовим полезные конфеты из продуктов, которые доступны нашим потребителям, вот, и с учетом современных технологий, которые сберегают всю пользу продукта. День физкультурника – ежегодная спортивная традиция Центра общественного здоровья. Медучреждение курирует проект укрепления общественного здоровья, в рамках которого реализуют муниципальные корпоративные программы для жителей территории, в том числе и сотрудников различных компаний. Блок по активному движению, по правильному движению входит обязательно неотъемлемой частью в эти программы. Такая же программа корпоративная реализуется и среди сотрудников нашего центра. И вот мы с этого года, пользуясь хорошим теплым летом, на свежем воздухе проводим ежедневно фитнес-брейки, то есть активное движение и ежедневное мы прививаем нашим сотрудникам и рекомендуем всем последовать нашему примеру. День физкультурника по традиции в России празднуют во вторую субботу августа, то есть уже завтра, 14 числа. Валерия Ермакова, Евгений Загрецкий, телекомпания «Ветта».